Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казуку Фэмили. Я вам хочу показать такую нетрадиционную игру, как Ирия. В чем фишка игры? В том, что в лаборатории происходит какая-то хрень. В лаборатории куча вот этих подопытных монстров. И эти монстры охотятся на кошек, убивают кошек. Одну кошку я смог спасти. Но прикол в том, что тут нету вообще ничего. Ни управления, ни графики. Игра сразу запускается. Ты ищешь записки, как в каком-то подобном слендере. И пытаешься выбраться из этой задницы. Игра очень короткая. На нее нету вообще никакой информации. Она как типа такая, знаете, фанатская сервисная игра, о которой вообще практически никто не знает. Не скажу, что игрушка интересная, но я ее хочу показать. Ее также проходил Куплинов и тоже психанул, взбесился и выключил ее нахрен. Кто хочет, можете прохождение Куплинова тоже посмотреть на Ютабе. Ютабе, я почему-то люблю назвать Ютаб. Шутка, конечно. Если меня слышно не будет, уж извините. Я старался, чтобы просто это записать. Еще такой странный курсор игры. Ладно, короче, мы почти... собрали все. Ну, я не знаю, где еще мог пропустить. И что еще хотел сказать? Короче, выключили три генератора. Тут вообще ничего интересного не происходило. Сейчас можем... Вообще ни хрена ничего не видно. Вообще. Управление вообще никакущее. Если бы еще можно было какие-то сделать настройки, не настроек вообще ничего. Короче, полная задница, приятель. Погнали. Вот такие сволочи за нами бегают. Тет-тет-тет-тет. Вот, видите, на экране Ирия. Крашу, крашу, суки. Кто-то тут нам что-то обозначил. Да. Блять. Оно разве не было? Мне кажется, эта хрень повторно была.
Нет. Вот, короче, это было практически начало. Короче, начало из начал. Ладно. Чё? А, ну да. Всякая фигнюшка. Короче, да? Вот, получается, это этот завод... Тот самый завод. И написано, ты выбрался из этого... Из этого, короче, реки Эрия. Это была типа речка, в которой происходил этот пипец. Игра... Неоднозначная, я вообще не понимаю, зачем делать такой проект. Типа, ты просто на заводе, да? Происходит какая-то хрень, допустим. Эти монстры едят почему-то котов. Ты одного кота спас. Просто единственный выживший... Выжил из этого, короче, дерьмеца. Вот. И все. То есть, ты собираешь записки, читаешь, типа, ужастики, хоррор, когда тебя пытаются напугать вот этой атмосферой. И в конце ты просто выбираешься из этого озера. Финал. То есть... В принципе, я не удивлен, почему ее проходил только Куплинов, потому что Куплинов любит проходить всякие трешники, а остальные бы, наверное, бы об этой игре даже не знали. Ну, я видел еще видео от Фантома, он тоже там угорал и, в принципе, прошел, короче, эту хрень. Вот. Вот. Что получается-то как? То есть, там вообще ничего... Однозначного в этой игре вообще ничего. То есть ты просто тупо бегаешь, бродишь, ищешь записки, спасаешь котика, но я одного только находил, выключаешь эти генераторы, выбираешься из этого завода, на тебя нападает типа толпа монстров, опытные выбрались, и все. И на этом игра Ирия заканчивается. Я сначала не понял, почему название игры именно Ирия, но я понял, что есть реально, по-моему, такой водопад в Америке, что ли, я не знаю, где именно, в штате каком-то, действительно называется вроде водопад Ирия. Ну, короче, игрушка неоднозначная, не скажу, что она... Совсем плохая, но она не цепляет. Вот, не в обиду, но насколько я тоже люблю, в принципе, проекты и игры, мне даже кажется, что Slender намного интереснее, покруче, чем вот это. Так что, в принципе, я хочу, чтобы вы просто о ней знали. Я могу, в принципе, ссылку на торрент скинуть, и вы, в принципе, сами можете... попробовать данную игру, если захотите ее в принципе сами осилить. Вот. Ну а с вами был Kazuko Family. Ставьте лайки, приглашайте друзей, ставьте колокольчик, чтобы тоже не пропустить другие проекты на Kazuko Family, дружочек. Ну а с вами был Денчик. Так что в принципе до новых встреч. Всем удачи, всем теплых зимних вечеров, январских. И всем
До новых встреч. Пока-пока.